Новогодние чудеса все ближе. В Ульяновске дали старт ежегодной благотворительной акции «Подари ребенку праздник». Неравнодушные земляки будут организовывать добрые праздники для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и многодетных семей. Причем не только в Ульяновске, но и в области. Без подарков не обойдется ни одна программа. Это могут быть семьи, где родители потеряли работу. Разные бывают ситуации. То есть, получается так, что на Новый год родители не могут подарить ребенку долгожданный подарок. И тут на помощь приходим. Волонтерскому центру «Благо дарю» уже 4 года. Все это время Вера Сосновикова помогала, что называется, за кадром. Но в этом году театральное прошлое все-таки побудило женщину стать частью новогодней сказки и исполнить одну из главных ролей. Очень нравится работать с детьми. Они такие чистые, открытые, глаза горят. Им хочется играть, познавать. Но это вот мое. Костюм шила полностью, делала сама. Занимаюсь костюмами. И как бы вы себя не вели плохо, ну, как я, вы все равно достойны праздника и подарка. А подарки детям самые разные, но всегда заветные. Мы уже рассказывали про мальчика Данилу, который благодаря акции дождется в этот Новый год балалайку. А вот другой мальчик сможет почувствовать себя кондитером. Аппарат для приготовления сладкой ваты, где мальчик попросил, даже не для себя, я так понимаю, а в семью, вот такой вот аппарат, чтобы угощать сладостями своих братьев и сестренку. В семье 6 детей. Ежегодную акцию «Подари ребенку праздник» проводит областной семейный совет совместно с руководством образовательных курсов Симбирской епархии при поддержке волонтеров.